Здравствуйте, друзья! Ну вот и настало время показать вам очередной обзорчик. Эта игра, такой симулятор баскетбола или аркадка, мне очень понравилась, я просто на нее запал. Графика здесь шикарная, выполнена в таком рисованном стиле, мне очень нравится, очень стильно. Ну давайте посмотрим на саму игру, давайте посмотрим на настройки. Что можно в настройках? Здесь есть русский язык, также можно настроить, как вы будете кидать мяч, отключить музыку, отключить эффекты и так далее. Также можно выйти в свой аккаунт в Гугле, в Фейсбуке. Можно купить мяч. Я вот уже купил 3 мяча. Первый обыкновенный мяч, второй бомба, а третий у меня летающая курица. Прикольно вообще. Бомба, она меньше скачет. Летающая курица, у нее она длиннее показывает путь. Ну, давайте. Также можно поиграть в мультиплеер. Нажмем на игру. Нажимаем на игру, и что мы здесь видим? Здесь несколько видов, как мы можем бросак, увеличение, куча разных бонусов и все такое. Также мы можем выбрать карту. Вот это Галактика, Антарктика. Также обыкновенный, там цирк еще будет, пальмы и так далее. Вот. Также на Луне. Игрушка просто класс. Она меня затянула, я просто не мог от нее оторваться. Особенно меня убила графика. Просто супер. Ну что, давайте включим первый уровень и посмотрим. Нажимаем. Поехали. Вот видите, здесь курица. Мы ее направляем и кидаем в мячик в баскетбольное кольцо. Если мы попадаем несколько раз, то, соответственно, мы получаем сразу большее количество очков. Очки куда мы можем деть? Очки мы можем истратить на мяч. Вот видите, мимо. Вот видите, сейчас, если я издалека бросаю, соответственно, очки больше. И также отсюда вылезает какой-то бомж и радуется за меня. В другой игре там просто хлопают очень сильно. Заметьте, игра очень стильная и классная. Я думаю, что она долго затянет вас. Тут также можно кидать от земли, что дополнительно дает очки. Вот видите, сейчас мне еще дополнительный мяч дали. Вот видите, с правой стороны у нас показывает, сколько мячей и сколько очков мы заработали. Соответственно, если вы мажете, у вас отнимает мячик. Вот также мячи можно заработать. Там за определенное количество забитых мячей вы получаете дополнительные бонусы. И также тратите на покупки в игре. Я говорю, что согласитесь, игра стильная, красиво. Мне вообще нравится этот разраб. Также у меня скачан ионный морской бой. Вот видите, как раз бомж, который, видишь, как я забиваю голы. Я говорю, согласитесь, игра шикарная. Давайте попробуем вот так забить. Оп, не забили. Вот видите, можно еще и так бросать. Я говорю, что игра классная, она долго вас затянет. Кто любит такую графику, она совершенно бесплатна в Google Play Market. Качать, я думаю, на обязательно. Ну, примерно поняли, что из себя игра представляет. Записывайтесь ко мне на канал, ставьте пальцы вверх. Вот. Зовите друзей. С вами был ваш Гангуз. Всем пока, всем до свидания.